Хэйо, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Ори. Короче, я так понял, а я понял довольно много. Я мог бы сюда, блядь, пройти, да и все. С этой стороны. А нахера я морочился? О, бля. Чё-то я этого не подумал. Ну, короче, не суть. Смотрите, что мы с вами сделаем сейчас. Я. Сохранился, если что. Ага, теперь я не могу. Йоу, парашют. Йоу. Я думал, типа, от этого можно отскочить. А, то есть только сильно заряженная, да, эта херь начинает пулять? Ну, ладно. Минус мана. Минус мана. Так, для чего это дело? Вопрос. Правильный ответ. Хуй знает. Так. Надеюсь, вы готовы бежать. Хоп. Ага. Готово. Плюс сфера жизни. Так, там огонь горит. Слушай, я сейчас понял, что эту ж механику придется использовать и потом. Так, подожди, пока ты не открылся. Я упустил! Так, это сюда? Давай мне нужен наверх. Не, по соседству. Странно. Не врубился. Я удивился. Ну смотрите, в чем херня. Я, в принципе, туда могу попасть. Но я не понимаю, какая мне энергия нужна, чтобы туда попасть. Ты что, офигел? Чего? Меня раздавил? Ну ладно.
Давайте я, наверное, лучше все-таки сдохну. Это будет получше. Я просто удивился, почему я урон не получаю. Вот эти вот недостатки, знаете, в играх. Вот эти вот недостатки в играх. А светильник надо зажечь. Хочу я этого или нет? Просто залезу повыше. Все, а что я открыл? Так, а я открыл... А хуй его знает. Что я открыл? Спуск внизу. Не шарю. Ну, возможно, я это поджог. Ты думаешь, ты меня хочешь сожрать? Это я тебя сожру. Возможно, я эти двери открыл, как вариант. Ау. Ну... Ладно. О, стоять, там есть осколок. Раскол. Вы получили новый осколок дух. С ним вы сможете расколоть световой всплеск на три части. Ого, вот это гигант. Так, хил, хил, думаю, хватит. А-а-а! Вот это что за проход? Вот оно что, Василий Губкин. Ау.
Ау. Хил. Хил. Мана. Готово. Осколочек. Блин. Осколочек. Пли. Пли, пли. Пли. Смотрим. Ау. Интересно, куда меня это приведет? Но привело к ледяным горам. Чувствую, мне время текать. Лавина? Лавина. Тихо, 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 быстрее, быстрее. Ну! Речи! Нет, 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 нет! Не сдохну я! Но я успел без смертей. Я сделал это. Я не умер. Открой глаза, маленький дух. Уже все хорошо. Память леса пробудилась, а вместе с ней и я. Я ж подумал, что ты сгинешь в сугробах. Теперь в пределе вновь наступит весна, хотя обрадуются ей не все. Крик, как раз одна из таких. Я видел ее в страшном сне. Окей. Ну, я рад, что у нас все хорошо. Пока что идет. Она рождена из пыли. Когда мир погрузился во тьму, она расправила крылья.
Что-то слезы наворачиваются. Она вновь обратилась в пыль. Ее сердце камень. Она не проснется. А лето прошло и уже не вернется. Но благодаря тебе, дух, на смену ему придет новое лето. Я видел это во сне. Вы нашли новый огонек, помимо леса. Максимальный запас жизни, энергии вас. Ох, щит. Так, давайте посмотрим, что у меня вообще собрано. У меня не найден только один, скорее всего его найду там. О, я задания все выполнил. И эти все сделал. Все духи нашел, это все сделал. Улучшить только здание, только нужно будет на один раз. Так, а знаете, что, о чем я сейчас думаю? Надо посмотреть карту. Ну, этому да, я помогу достроить. Я помогу. Ну что, в принципе, я думаю... Больше мне ничего не... Я могу... Ладно, я спущусь вниз. О, блядь, куда я спустился? Я спустился не в тот низ. Тэпаемся в город. Тогда я у картежника покупаю карту. А, хотя какая разница, ребят? Если что, вы можете сами потом купить карту. Найдено... Так, найдите старинную каменную карту. Интересно, если я туда залезу, я оттуда уже не вылезу?
Пожалуйста, не тупи, игра. Так, окей, сохранилось. Если мне скажут, обратного пути не будет, то я не знаю, что. Ори, вот и мы и на месте. Здесь сокрыто сердце леса. Лишь свет ивы духа может отворить то, что давно закрыто. Что, давайте войдем. А лишь огоньки знали, куда идти дальше. Чтобы возродить то, что потеряно. Так, ну в принципе я зашел куда мне надо было, да? Развалины ветров. Где бы он ни был ли, таков порядок вещей. У каждого древа духов есть свет, а у каждого света есть древо. Они живут в равновесии. Свет ничего без своего сосуда. Интересно, здесь есть что-то, что я смогу найти? Вот, я уже усрался, тихо. Так, мне как-то наверх надо или что? Подождите. Не шарю. Но я просто вижу на карте, что наверху есть проход. Ладно. Но свет вечен. А жизнь древа рано или поздно подходит к концу. Когда Ева состаривается, и с ее ветвы облетают листья, она больше не могла беречь свой свет. Он развиделся, так, разделился на части, и мы стали лишь крошечными огоньками былого света. Мне интересно, куда я могу карту сунуть. Скорее всего, благодаря вот этой карте я смогу себе открыть просто больше, ну, всю карту. Но это я так думаю. Из-за упадка сильно всех пострадали дети Евы, духи Невена. Мир попал в плен тьмы и разрухи.
Духов не так... Так, духов не стало, и казалось, что все потеряно. Ох, что я буду отсюда бегать. Убегать буду. Но с твоим появлением в этом мир пришла надежда. Она позволила нашим глазам видеть во тьме. Она напомнила память о том, что забыто, и вернула нам силу, когда мы слабли. Так исцеляется мир, так все вокруг повторяется. Горлеки строили, знали все, что сломано, можно починить. Здесь они сокрыли сердце леса, самый нужный и хрупкий огонек. Мы чувствуем, что оно рядом. Ори, свет вновь станет целым. Так, подожди, сразу проверю. Ну ладно, может, зря я это тронул. Так, а там, кажется, что-то добыло. Когда Ивы духов не стало, мой свет едва не угас. Теперь я снова цел. Я Сейер. Ива ждет нас, Ори. Пора идти. Не единственный путь к ней. Но единственный путь к ней и... Что это было? Я понял. Уху! До свидания! Заметьте, что по скорости они все равно догоняют меня. Вот что это за хрень? И час что заново? О, да ладно. Вот мне вот эти раздражают вещи. Типа, какого черта я должен... Если червяк за мной не успевает, тогда пускай он дальше не успевает. Они видят, что я быстро двигаюсь. Я не червя, понимаете, ускоряют.
Да уж. О, ну быстрее, ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся! Тихо, 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 успеваем. Ух. Ну чё, ребят, давайте, я думаю, сделаем таким образом. Я сейчас дойду до сейва, если он тут есть. И мы на этом закончим. Если же нет, мы уже допройдем игру. Вот оно. Ори, Ева, мать света. Будет нам преграждать лишь плачущая грязь. Ну все, да. И это куда нам? А, там еще целая локация. Давайте я тэпнусь сюда. Тут сохранюсь и здесь закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и, короче, к следующей серии я узнаю, куда этот камень сунуть. Ну, то есть, где этот пьедестал находится, с которым мы получили с вами способность восстановления ХП. Поэтому всем пока.